новое поколение горожан, вы узнаете, как это ни странно, из рейтинга на ЕТВ. Сегодня будем расставлять по ранжиру семейные ценности горожан. Сначала о смутном времени, про 90-е. По данным социсследования профессора УРФУ Анатолия Меренкова, в 90-е годы почти треть екатеринбургских родителей не знала, что внушить своему ребенку, какие ценности ему передать. В общем, ситуация была скорее неопределенной, люди не знали, каким будет общество, не знали, что делать. В 10-х годах 21 века все несколько исправилось, но кое-что по пути мы потеряли из 90-х. Давайте разбираться, что. Что сейчас уральцы вкладывают в своих детей, какими хотят видеть своих отпрысков? 11% сказали, что хотят, чтобы их ребенок был разносторонним. В 15% ответов указывалось на порядочность. В 17% говорилось, что умение понимать других очень важно ребенку в будущем, и это должно прививаться в семье. На втором месте 18% ответов – доброта и ответственность. На первом месте в списке семейных ценностей екатеринбуржцев – самостоятельность – 21%. Что интересно, такой пункт, как любовь к родителям, не вошел даже в пятерку, а здоровье кое-как вошло в десятку, оно на последнем месте. Главное, среди семейных ценностей 2010-х годов совсем нет пункта трудолюбия. Еще в 90-е годы он был одним из важнейших. К слову о здоровье. О нем тоже мало заботятся, может быть, скоро это тоже не будет приоритетом в семейной жизни, но пока, кажется, о нем беспокоиться. Сейчас вы увидите очередной выпуск проекта «Уралдок», как екатеринбуржцев на улице пугали СПИДом, а они не боялись. Не боялись, потому что заботятся о себе и о своем здоровье.